Ребятки, всем привет, с вами Александр. Так, у меня вверху написано Ford Focus RS, потому что я, короче, сидел, думаю, пока видео не выложил первое, скажем так, не прочитал комментарии ваши по поводу выбора Subaru BRZ, думаю, возьму-ка я Ford Focus RS, потому что задолбали, блин, с меньшим количеством прокачек. Мою Subaru BRZ, короче, объезжают. То есть у меня Subaru BRZ ехала там, когда у нее было 500 с чем-то там этих деталек, шестеренок. Она ехала 13,7, по-моему, может. А у меня сейчас, по-моему, едет Ford Focus по тем же цифрам. Давайте сейчас это, короче, будем проверять. Заходим вот сюда. Я в основном катал онлайн-гонки. Ведь здесь я проехал всего лишь 4 этапа. Ну, чтобы открылись онлайн-гонки дальше, катал онлайн. Система, конечно, совсем другая. Обороты совсем по-другому. Стартует Ford Focus RS совсем не так. У Subaru там на высоких оборотах, а Ford с первой передачи у нее идет на низах. Там 3-4 тысячи оборотов. А без тюнинга вообще там с 2000, наверное, была зона. Так, давайте сейчас. Я пока его не красил, не тюнил. Вот сейчас обороты, конечно, поднялись. Так, я, конечно, еще промазал. Так, ну сейчас я въеду, это первая вкаточная. Ну, с Фордом проблем нет, и он на более высоких передачах, он уезжает дальше от Субару. Не знаю. Хотя таблица рекордовой, там, смотрел где-то в какой-то группе ВКонтакте. Так, вот 13,8, это я плохо очень проехал, я еду 13,7. Так что. В общем-то, пишите, ребята, пишите, что там, короче, лучше. Все-таки ездить на Subaru, она на дальнейшей прокачке будет лучше, или все-таки остаться на Форде. Да, ну и тут еще, конечно, нужно знать, как правильно прокачивать машину. Скажем так, какие настройки поставить минимально, чтобы у вас, наверное, было шестеренок поменьше. Но, ну, то есть, чтобы рейтинг, это же система подбора онлайн соперников, опирается на количество установленных деталей. И тут некоторые детали стоит поставить, а некоторые нет, да, чтобы, скажем так, имея один и тот же рейтинг, получать себе соперников более простых, чтобы было легче объезжать. Так что, ну, в этом надо разбираться, конечно. Но я жду, пока мне дадут уже механика, наверное, или кого там дадут, чтобы я мог копаться в коробке передач. И можно было там что-то подшаманить. Ну, ё-моё, да. Первый андеграунд. Графика на уровне. Вот так вот. Рано. Рановато на Форде. А там что, там Мята стояла? Она пошустрее стартанула? Да, MX-5 стояла. Так, 13,7. Погнали дальше. Пройдем сейчас этот весь этап. Если на Subaru у меня возникали проблемы, то мне кажется, на Ford Focus у меня проблем не возникнет. Тут мы сейчас, наверное, будем все с первого раза проходить. Давай. Ну, мне проще держать максимальные обороты, потом где-то вот после 2 секунд отпустить, и если надо, добавить газу. Ну, РС вот как уехал, так уехал. В общем-то, а на Субару очень часто тебя догоняли.
1369, да. Ну, это у меня-то 252 тюнинг деталей в два раза меньше, чем на Subaru стоит. А едет она так же. Погнали дальше. Мне там осталось на Subaru тоже, у меня один только этап осталось пройти. Идеально. Ну, пробуксовочка есть, сразу на второй передаче втыкать смысла нет. Так, вот, смотрите, вот Subaru ушла, хотя стартовала она хорошо. Вот так вот и меня постоянно наказывают. Да, у нее прокачка получше, 245 уже. Так, кстати, стоит, наверное, зайти в гараж. Уже что-нибудь там поставить. Докачать закись азота, если получится. Ух, у меня уже облегчение веса открылось, и трансмиссия открылась. Скорость КПП, эта деталька ускоряет наш сильнее. Давайте по двигателю посмотрим. Так, вот эта штукенция, блин, стоит дорого. 6,5 и 11. Да я, наверное, две детали смогу поставить, будет толку больше. Да. Так, ну вот так мы пока остановились. Покрышки вкачаны. Для переднеприводной машины покрышки штука важная. Но там будет видно. Сейчас выйдем из 13,5, интересно. Давай, погнали, не стоим. Грузится немножко долговато, тем более, если мы в карьере. Ну вот нету смысла, когда машина буксует, ну то есть реально по физике включать нитро. В игре, конечно, может немножко отличаться даже, может на второй передаче имеет смысл включать нитро. Так, 13,6, не вышел я. Так, впечатлена наша барышня, мы отлично справились. И нас пустят в Идра. Не знаю, что это значит. Какая-то, наверное, федерация или гоночная лига. Если мы выиграем следующую гонку. Уровень сложности сложно. Улучшите свою машину. На его машине очень хорошие детали. Ну, давайте заглянем, может, что-то я могу улучшить. Так, выхлоп. Может, облегчение мне как-то что-то существенно даст. Облегчение дешевое. Можно начать что-то ставить. Так, 86 баксов. Так, ну, конечно, лучше, наверное, по двигателю что-то впаять или по коробке. Не хватает у меня деталей. Еще придется фармить, что ли, на... И тут не хватает. Ну, что ты будешь делать? Что лучше? Здесь не видно, как показатель влияет на общую машину. Ну, давайте, пусть она пусть дышится ей полегче. Ну, это совсем мало дает мощность, плюс один.
Ну, короче, решил тогда я поставить сцепление. Она, кстати, дергалась, да, поначалу. Так что на этом все. Погнали. Погнали, будем пробовать объехать нашего противника. Ну, по крайней мере, узнаем, насколько мы от него отстаем. Блин, это же тоже Ford Focus. Было бы Subaru, было бы проще. Да ё-моё! Он включил передачу, я слышал. Так, в общем-то мы можем, значит, его объехать. И если я не напортачу. Ну, должны справиться. Да, мы сможем. Так, главное, я там что-то зазевался, просто реально завтыкал. Не то, что там не успел, а задумался. Задумался я, и он передачу включал, да, позже. Он на третьей, если не позже, включил. Видели? Он там уже на третьей с чем-то включает. Ну, я победил. Хорошие парни вступают. Ирда! Ну, 13,5, да, выехал. Ух ты, мне дали 40 тысяч, это значит на покупку новой машины. Поздравляю, добро пожаловать, Ирда, твоя карьера официально началась, теперь твоя задача продолжать побеждать и зарабатывать репутацию в гонках. Машина класса D не подходит, нужен класс C. Ну-ну. Итак, вот что нам тут предлагают брать. Кастом. Так, Сильвия. Нет в продаже. Ну, я знаю, что Nissan брать без толку. Это я точно знаю. Так, ну вот есть Subaru. Subaru, Бэха. Ну, в драге, ну какая может быть? Ну, реально, не знаю, каким образом... Здесь Ниссаны плохо едут, но что может ехать лучше, Супры, Субару и Скайлайна в драгрейсинге? Вообще не знаю, нет таких машин. Да. Ладно, ребятки, давайте вот... блин, ну в общем надо ждать вашего совета, чтобы не купить лишнее. Ладно, буду, наверное, только в онлайн шпилить, пока не выложу эти видосы. Так что до скорых встреч, пишите, жду вашего совета и напишите, что значит нет в продаже, то есть почему их нету, то завтра появится, что ли? До скорых встреч.